По программе спарринг и подтуль я заняла первое-третье место. 15-летняя Валерия скромно рассказывает о своих наградах. Она любит петь, занимается рисованием. А еще эта хрупкая девочка уже несколько раз становилась призером первенств под хэквондо. Лера занимается уже 2 года и смогла обойти многих своих соперников. А попала, рассказывает, в этот спорт совсем случайно. Ну, гуляла там с друзьями, я увидела в окно, в тотеме, как тренируется, мне понравилось. Я подошла к тренеру, спросила, можно записаться. Они разрешили, я начала ходить так. С 18 года. И, конечно, у Деда Мороза Лера попросила экипировку для занятий. Но ее открытку с елки желаний снял не Дед Мороз. В его роли выступил председатель законодательного собрания Дмитрий Свиридов. Дорогой Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, щитки. Никита. Причем просьба Валерии была не единственной. Еще подарки получили 2 ребятишек из детского дома. Сегодня игра была против ФСБ. Да ты что? Нет. Но имеется в виду детей или они... Они старше. Профессиональную экипировку только для футбола попросил и 14-летний Никита. Он играет уже не первый год и со взрослыми матерыми футболистами. В третьей открытке одна малышка попросила кукол. Это была будущая актриса Вера в красивом платье. Больше любишь танцевать или петь? Танцевать и петь. Ребята не только получили подарки, но и приглашение в ЗАГС собрание. Они посидели в креслах президиума, исключительно в масках, и попили чай с Дмитрием Свиридовым. Поговорили и поделились планами на будущее. Председатель же пожелал им удачи. Очень хорошая, классная идея провести эту акцию «Елка желаний». Знаю, что и депутаты законодательного собрания активно включились в эту акцию. И есть возможность подарить маленькое чудо нашему маленькому гражданину, человеку, который порадуется и почувствует тепло. За 2 года всероссийской акции «Елка желаний» стране исполнили мечты нескольких тысяч детей, ребятишек, оставшихся без родителей или проживающих в малообеспеченных семьях. В Красноярске тоже есть такая елка. В ТЦ «Красноярье» установил ее благотворительный проект «Тотемка». Поделиться новогодним настроением и подарить чудо малышам можно до 13 января. Алена Крашенинникова, новости Прима.